Ни хрена себе быстрая загрузка. До чего техника дошла? Нет, кача в Гримдаун не будет. Будет пупка и своя игра, возможно, если Мерф раздуплится. Ебать, что за лаги? Блин, с игрой реально что-то сделали, какую-то хуйню. Гарантирую. Какую-то хуйню точно, блядь, сделали. Почему у меня Steam оверлей сломался? Ну и чё, как Steam оверлей починить? Почему у меня сломался? Погоди. Чё? У меня сейчас просадка FPS была и пропал FPS. Ну вот. У меня тоже сломался, походу. Понял. Это, походу, у всех такая хуйня бывает. Вот трёшки. Я помню... Воу. А. Чё ты помнишь? Да, молодые с Шейдом тоже рассказывали что-то про это. Про проблемы с оверлейм. По FPS просел и оверлей сломался, да? Да, да, да. До 139 просел, верно? Угу. Я поздно вылетел. Блять, мне хуйня какая-то. Сука. Че? Хуйня какая-то в глаз попала. Да тут никого нет, блять. Какая хуйня? Не знаю, приснится может. Там на больнице пиздос. Пусть ебутся. Блин, я тебе точно говорю, какие-то лаги, блядь, начались в этой игре. Я вот сегодня играю, чувствую какой-то, блядь, дилей. Часто не берутся какие-то вещи. Да ты лагаешь. Да ты лагаешь. Комп купи. Я купил. Самый идеальный комп. Хуйня комп. Хуйня. У тебя в доте даже 1000 FPS нет в меню. У тебя нет. У меня есть. Нет. Есть. Типа, чем докажешь? Пиздить, попиздить-то любой можно. Могу скриншот кинуть. Я, блядь, тебе оверлей не работает, как ты что-то там скинешь? Скриншот. Оверлей только в пубге не работает. Ты один дом только лутаешь или что? Второй. А чё, проблемисы? В смысле, ты центральный не лутал? Нет, на экране. Понял, не, я просто третий лутаю. Типа, гордишься этим? Ну, естественно. Да, у меня бы интернет нормальный. Но мне этот высерос телекомовский. Я на берег уезжал. Вань, ты находишь то, что буржуи более это самое, это как слово, эмоциональные, нежели русские? Не знаю, не думаю. Я смотрю разные видосы, и у меня такое чувство появилось. Вдруг мы все унылые говно, а они типа хорошо живут, и у них все хорошо. Ну это может быть.
Может, стоит быть более позитивными? Ну, давай. Я позитивный, как никогда. Не, я думаю, как бы, быть более позитивным. Стараться быть более позитивным. Так у тебя вроде и нет проблем быть менее. Ты же не токсик, как я. Да, нет, тут дело не в токсичности, а вообще в том, что ты, типа, унылое говно. Там, не знаю, мне так не кажется. То, что ты унылое говно? Ну да. А, вот, мне кажется. Ну как ты же? Мне кажется, ты рофлишь больше, чем... Ты смеешься больше, чем буржуи. Не думаю. Блин, а буржуи более приветливые, более дружелюбные друг к другу. Ну у них это... Рекламы больше. Какая нахуй реклама? Хули быть там недружелюбным, когда тебе миллионы, блядь, прилетают за рекламу. Да, не. Думаешь, допустим, люди, с ним, вот русские, допустим, я вот смотрел видос, шастают там по какому-то городу в Европе, снимают. К ним подходит чел, типа, о, здорово, пацаны, что снимаете? Видосы, ютуб, заебись, ништяк. Все такое, у нас, блядь, хуй кто подойдет, там что-то пообщается, он стриманется куда-нибудь в сторону и все. Испугается. Ну да, типа, какого хуя тут кто-то снимает? Пойду-ка я мимо пройду. Давай. Подальше. Ну, вот таких вот мелочах, в таких вот мелочах я замечаю это всё. Так или наоборот, чисто ты делаешь фотографии, просто между тобой и тем, кто ты фотографируешь, просто миллион людей идет, им еще похуй, кто ты и что ты. Поехать. Да, не. Анманер, типа. Обычно обходит, типа. Да не, ну это не то. Бэймят на улице. Бэймят. Да, вот есть фиксовки, у меня как обычно. Ну, ко мне чел какой-то подбежал. Точно. Иксовок нет. Да все, можешь говорить, расслабься. Никто не подбегал? Ты напиздал что-то? Я не знаю. Может, подбежал. Может, ты меня просто слышал, как я сзади пробегал? Вот я подумал то, что на самом деле ты как бы сам делаешь себе позитив. Если ты просто будешь более позитивным, более позитив. Тебя... Ну, короче, ты... Если будешь выдавливать из себя позитив, то на самом деле он будет работать. А ты как знаешь улыбнуться? Классика. Типа тебе грустно, ты натягиваешь улыбку на ебальник, у тебя становится веселее. Вот, это так же. Типа ты делаешь цель быть более позитивным. И оно работает и на тебя. Ну вообще, ну когда, например, я, короче, играл игру, может, даже рассказывал. На школе просто за 2 минуты убивает 9 человек, он открывает дверь в толчок. Ну, какой-то просто дверь рандомная, до этого нихуя не слышал никаких звуков. И мне в ебальник просто двустволка прилетает от голого чела. Прям вообще голого. И я вот тогда, например, не сгорел даже. Я просто заржал. Например, как я не знаю, а иногда могу сгореть просто такой хуйни. Типа, от чего это зависит. Не, ну это забавный момент, на самом деле, хз. Ну да, забавный. Ну, а иногда могу просто загореть. Прям вообще полыхнуть. Ну блин, настроение всегда же разное. Поэтому вот так вот. Тогда у тебя может было хорошее настроение. А бывает то, что с плохим. Ты надрываешься такого чувака и думаешь, ебал в рот. А здесь вертикалка? Нет, только угловая. Компенс есть на R-ку, на SR-ку. Давай на R-ку. Скидываю клаши. Мне кажется, смотрите, это... угловая тут лежит. Ну, угловую я скинул. Или ты... Чё? Я нихуя не понял. Мне кажется, это просто менталитет русских быть унылым говном. Унылым... Как-то это... Закрытым. К себе. Ну, это возможно. Нет иксовок лишних? Нет, вообще нет. Блять. Да, мне кажется, менталитет. В этом, может, проблема. Я пойду, короче, пойдем к больнице или что, или ты хочешь дальше что-то делать, лутать? Да я хочу контейнером, наверное, но я не знаю, куда идти.
А вообще пойдем в больницу, там круг. Ну тогда. Я просто хочу сначала эту чекнуть. Ну, очень хочется иксовочки. Или ты прям напрямую хочешь? Ты заебал. У меня тоже нет иксовочек. Что тебе надо? Я хочу через гору. Иксовочку. Иди через гору. Нахуй иксовочка. Хочется иксовочку. Мне охота лутать 10 лет, понимаешь? Окей, let's go. По-моему, тут никого нет. На больнице падало 6 человек. Я не знаю, может нет, может есть. Вижу трупик. Я к тебе пошел. Может они ушли, я не знаю. Мне кажется, гараж они вниз пошли на гараже. Например. Закрыт? Хм. What the fuck? Это... Странные вещи. Странненькие. Вообще, я просто часто задумываюсь на такие темы. Поэтому... Блять, на крыше больницы. Дал один раз. Возможно, это было сделано зря. Но подумал, дам ему в ебальник. Ничего на крыше левый был. Чего? Извини. Спасибо. Не, я этого и ждал. За что? Тачка подъехала на Ибицу. Че? Куйбицу. Вышли, два чела баги взять. Потом в больницу давали бы этого. Дал ему один разок. Это домик Ибица называется. Почему? Потому что так называется. Их двое было? Или что? Да. Где вторая? Вижу. Убил. Что? Чекнешь иксовочки или ты в рот ебал? Иди чекай. Тебе надо, я тут подыхну. Больница, чекай, по мне с нее давали. Да где его убил, хуй знает. Ладно, а вот он. Это поджимает меня один чел тут. Бегу. Живи. Бегу к тебе. Только живи, ради бога, Вань. Понял. Все, вот эта иксовочка. Понял. Так, где он был? Ага, вижу. Ну и буду вот эти иксовочки. Ты, конечно, блин, тут разъебал шлем. А что, на третий был? Да. Был третий. Извини, они там хуяли, просто приехали за дачей, сели на банке вдвоем. Ну так-то да, наглость. Сейчас болезнь интересна. Наглость та еще. Оу. Май? Да, о, май. X4 есть. Тут тоже третий шлем, кстати. X4? Не, не надо вместе. Ладно, Вектор. Прощайте. Не... Да, у меня крэк X8. Окей. У меня тоже крэк X8. Чётенько, нормально плутались. Ой, я, кстати, это, нормально мучу. Я даже забыл, что так давно не играл в эту игру, что забыл, какие патрики на крэк надо, БТВ. Семерки. Чётко. Не, благодари. Мерси, благодарю тебя. Мерси, спасибо, что ты есть. Вообще? Да. В идеале? Да. О, я подхожу. Слышь, к камням. Блядь, завали. Чё? У меня чел. Это может быть баг. Какой баг? Что рядом чел бежит. Какой, блядь, баг?
такой баг бывает, тихо, блядь, молчи. Что типа ты бежишь и хуяк рядом звуки. Ёбаный в рот, блядь. Мое сердце в пятки, блядь, ушло. Как так играть? Мы, блядь, в PUBG играем или в какой-то скример ёбаный? Я сейчас подойду. Пиздец. Чуть не обосрался. Типа у всех такой баг бывает. Вот при данном возрасте? Это как ветрянка. Один раз переболел, дальше все. Больше не будет, да, надеюсь? Пиздец, я на очко присел, когда услышал эту хуйню. Ты чё там? Обычно у всех именно один в один реакция, как у тебя была. Типа, вот у меня чел, все вот так орут прям. Бля, ты... Это не чел, а все равно. Ты так. Сейчас это очень хорошо сыграл. Я там поверил. Серьезно? Да. Да, бля, сейчас на очке после этой хуйни на самом деле просто. Пиздец, неожиданно было. Тари-та-тай, тари-та-тай-тай. Так что, когда забиваемся на Верхир? Послезавтра? Да, послезавтра. Слушай, давай, знаешь, не послезавтра, а когда у меня вечер свободный будет, например, и у тебя. Типа послезавтра, потому что у меня может это... Бля, можем походить? Можем походить? Я сейчас. Ну да. У тебя выбора как бы нет. Блять, мне не нравится красный прицел. Лей. Белый может сделать. С этим. Даже не то. А белый сам норм. Белус. Цель 7, например, чисто то вверх. Угу, прицел нормально уходит, блядь. По какой причине, блядь, это сделано, я не понимаю. Ну, сука, на уроке опоздаем за него. Игорь. Тебе что, дочка важнее PUBG, Игорь?
Идем. Алло, чё, жирным пахнет? Хотя игра, блин. Побежали. Чё ты хикаешь? Не, ничего. Самое хреновое, это сидеть... Ты атакуешь, что ли? Не, не, не атакует. Да мелкая упала. Надо было зарелаксить ее. Я профессионал. С турника, что ли? Да, с турника. Ну как ты релаксишь? Представь, что я мелкая, что я упала. На руки. Зарелакси меня. На руки беру. Понял. И что говоришь? Да можно даже ничего не говорить. Как бы работает. На 100%. Понял. Мелкую нокнули. Даже, да, мне даже написали в чате. Это бывает. Че, ничего не было? Тишина в студии? 28 челиков? Тишина. Справа какой-то вазик нокнутый тоже. Нокнутый вазик? Реально нокнутый. Ни одного человека. Бля, прикинь в этом... А, понял. Хотел сказать, прикинь, в этом вазике сидят челы и ждут. А чё там? Чё, они сидят, он не в зоне, типа? Чё ты понял? Ну, он без крыши. Потом все видно, если бы он был с крыши, то можно было бы посидеть. А так чё-то хуйня полная. Блин, где все разъёбченко идет? Я не понимаю. Не у нас. Не у нас, вот ты и бесишься. Да, да. Все верно, все по делу. Бесюсь. Нахрена мы лутали столько времени, если не у нас это все. Вот это самое дерьмо. Почему? Не сделают норм рейтинг. Почему нету вообще стимула выживать в этой игре? Ну вот так вот, Игорь. Все хуйня. Поэтому эта игра меня огорчает. Как бы выигрываешь, выигрываешь, и ничего не меняется, все с теми же фидерами играешь. Да, согласен, полностью поддерживаю, плюс, плюс, плюс. Пипец, я в тильте. Ну тут типа, а ладно, я уже заебался об этом говорить. Не буду даже пытаться. О чем? О чем? О том, что разработчики хотят, чтобы игра сразу находилась, поэтому... Рейтинга тут не будет как такого. Типа, как в Доте, например, 5 минут сидишь, дрочишь, и находишь игру за тонер. Справа чел, справа чел. В кавычках. Меня заметил дома раз. Где? На 290 за камнем. Еще раз дома. Короче, он заебал меня. Вдруг от него бежит. Откуда, справа? А, понял. Немножко ему попал. Видел, видел. Блять, спина чешется, сука. Ебать, это что было? За Ванька, встань-ка. Один есть. А что это? Пяточка. Сорвался. Я ему в пятку дал. А второй за камнем? Ага. Дал ему спину. Да умри ты уже, наконец-то. Опа. А чё? С компа.
Ты видел кого-то? Да. Я к деревьям. У нас слева будут поджиматься еще с кемпов. Я думаю, мы в гору идем. А, вот давай. Блин, просто в гору меня могут в спину давать. Да могу, могли. С этого буткемпа. Тут тачка стоит в двери. Вижу. Их убили. У меня помощь. Блять. Помоги. Красиво. Что за паника? Сука, патронов не хватило всех разъебать. Это уже пресвертный хрип был у тебя, да? Ну, типа того. Не было третьей каски ни у кого из них? ХЗ. ХЗ? Угу. Почему я такое чувствую? Бетом будто... бежать. Ну, хотя нормально. Фулбуст я делаю. Будто сильнее стал прицел светиться. Red dot. Где эта сука? Тут много сук так-то. Компенс есть. Пиздец, он ебашит, я добавляю. Это намек на это, на приложение? С какой-то рекламы? Есть время? Нет. Есть что-то там еще? Там нет времени на сук, есть трек какой-то. А. Да, есть такое. Ебать. Я... Спустись за камнем. Согласен, брат. Я за деревом сидюсь. Может, ну его нахуй? Одного точно нахуй. Сейчас будет перебегать. Видел, куда перебежал. Стал? За камнем, да? Поднимает, типа? Да, но за камнем. Он не в круге поднимает. Там? Не пошел. Ну, у нас нахуй. Тут тоже люди, может быть, в лесу. Люди, может быть, да. Погоди. Главное живи. Наверх направо дал. За диром, пом. Че? За диром, пом, он. Yeah. Проведал. Давал, когда yeah. Я видел последний раз. Это террор-дроп? Рядом. Вань, я это. Блять, меня с другой стороны читает. Так, у нас еще одного. По мне с другой стороны дали. Я к тебе за камень. Видишь откуда или нет? Ты хуёло что? Да, ты следующий камень слева. Пожалуйста, прикрой, прикрой, пожалуйста, да постреляй, блядь, по нему, брат, он за камнем следующим. Ну спустись, значит. Да вообще нихуя не видно с моей стороны. Да я, блядь, не ебу. Земля ну пухом, да, брат. Бывает, Игорь. Да. Слева камень от этого камня, понимаешь? Ну вот этот вот, я так понял. Ну как его видеть? Нет, блядь, там еще левее камень. Да, за деревом. Ну, excuse me. Спускаешься, брат. Значит, такой, и ебёшь его. Или выходишь на мою линию и ебёшь его. Не, ну тут excuse me, брат. Фидить надо меня. Ну, excuse me, sorry. Нахуй так фидить на ровном месте. Ну, не знаю, я за меня стреляюсь, а ты в лесу член сосёшь. Так, нормально играть. В силове надо играть. Хули. Сейвови надо. Видишь, как позицию занял, кончил. Вот так вот играется в эту мапу. Так вот и играется. Сука. Че с коряком, если че солоч игрок? Вот этот же? На всякий тебе скажу. Да. Понял.
Где математика меня не подводит? F подводит. Пиздец, что за круг? Мне его надо убивать. Ну и скорее всего. Они все в этом. Но это не точно. Да, одни справа, одни слева. Одни за забором будут. Это играбельно. Это играбельно. Бомба решили сейчас. Откуда они вообще там взялись слева? Ёбаные дебилы, блядь.